И еще о бизнес-проектах. На площадке Центра «Мой бизнес» проходит цикл семинаров и практических занятий «Бережливое производство» для малых и средних предпринимателей. Участники получают базовые знания и практический опыт их применения. Подобные мероприятия для малого бизнеса в Тверской области проходят впервые. Тему продолжит наш корреспондент. Обучение бережливому производству проходит в рамках нацпроекта «Производительность труда». Однако он нацелен на крупные предприятия. Но малому бизнесу тоже есть чему научиться. Участникам семинара рассказывают, что концепция бережливого производства применима не только на крупных заводах, но и на малых предприятиях, независимо от сферы деятельности. Мы пригласили для прочтения аналогичного контента именно для малышей, тех, кто адаптировал вот эту вот программу крупного бизнеса под нужды малого и среднего предпринимательства, под их бизнес-процессы. Но в первую очередь оно поможет им проанализировать те процессы, которые у них происходят, и разложить, так сказать, по полочкам. Выявить те слабые места, которые у них есть, выявить те моменты, когда они нерационально используют ресурсы, и вовремя скорректироваться. За неделю проведения семинаров его посетило более 60 предпринимателей Тверской области. Один из них – Сергей Виноградов, генеральный директор компании по производству шнурков, веревок и канатов. Рассказывает, что на семинар пришли целой командой. Я пришел, чтобы это осваивать, как бы что-то новое для себя подчеркнуть, и руководители площадок, и технолог. То есть мы пришли прям целенаправленно улучшать, совершенствоваться, смотреть, принимать опыт. Взгляд замыливается, и мы сейчас смотрим с новыми идеями, как это можно изменить, как это можно улучшить, модернизировать. То есть для нас это полезно, и уже внедрять начинаем по организации. Бережливое производство помогает сделать бизнес-процессы более продуктивными и экономичными. Предпринимателям рассказывают, как правильно распределить ресурсы, организовать рабочее место, чтобы не было простоев, а также как правильно координировать производство и контроль качества. Рассказывают о бережливом производстве тренеры из Федерального центра компетенций. Они приехали в Тверь из Калининграда. Абсолютно любой процесс состоит из трех видов работы, скажем так, да, это значимая работа, та, которая может принести и должна приносить ценность клиенту, то, за что клиент платит деньги. И есть еще два вида сопутствующих работы. Это абсолютно незначимая работа и есть абсолютные потери. Вот и мы стараемся, главное, научить, подсказать участникам, как их видеть, посмотреть на свои процессы немножко с другой стороны, под другим углом, чтобы они смогли более эффективно их выявлять и бороться с ними. Как отмечают предприниматели, лекции позволяют систематизировать имеющиеся знания о бережливом производстве и добавить новые. А цикл лекций на площадке Центра «Мой бизнес» продолжится и на следующей неделе. Программа продлится до 20 июня.